Всем добрый день, меня зовут Дмитрий Гриц, я адвокат. Я приглашаю вас посмотреть видео об организационно-правовых формах совместного бизнеса в России. На самом деле бизнес существует в очень разных формах, и порой выбор этой формы очень неосознанный. О плюсах и минусах различных форм, о том, какие они бывают и какие чаще используются, а какие совсем позабыты, вы можете посмотреть на видео-консультанта.